Всем привет! Сегодня я покажу вам, как снять генератор съемником от Жигулей. Съемник подшипников от Жигулей. И также расскажу, как снять другим, более колхозным способом, без съемника. Сначала нужно открутить, естественно, катушки. Снимаем крышку генератора. Так можно сделать на любых мотоциклах Альфа, Дельта и прочих. Итак, резким движением руки снимаем генератор, откручиваем гайку. И вот, гайка снята. Теперь мы наблюдаем в этой части. У нас крепится обгонная муфта. Сейчас расскажу, как снять без съемника. Вот здесь мы видим раз, два, три болта. К ним крепится обгонная муфта. Вы берете, выкручиваете эти три болта, закручиваете длинные болты на М6, что ли. Закручиваете. Здесь у вас будет пластина. И закрутить длинную строительную шпиль. Вдавливающим движением, то есть так же, как мы сейчас будем съемником, выдавить генератор. Ну а если у вас есть съемник подшипников от Жигулей, то это очень хорошо. Потому что мы берем легким движением руки, зацепляем генератор данным съемником. Пожалуйста, генератор снял. Немного смочили муфту, правда, в масле, как мы любим. Но генератор снят, и все.